Европейский союз вкладывает миллионы в развитие блокчейна. Как сообщает CoinDesk, 6 стартапов на блокчейне были профинансированы через программу поддержки инноваций Horizon 2020. Согласно официальным данным, Евросоюз инвестировал более 5 миллионов евро в группу стартапов, 3 из которых получили по 1 миллиону евро каждый. Стоит отметить, что Еврокомиссия планирует создать еще одну инициативу – блокчейн на благо общества, которая будет работать параллельно с Horizon 2020, а также учредить программу для финансирования проектов, связанных с криптовалютой. Не так давно стало известно, что Еврокомиссия работает над блокчейн-обсерваторией, которая послужит исследовательским центром для работы с технологией блокчейн.